Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала, с вами Таша Муляр, и вы на моем канале «Жизнь без дублей». Сегодня все более популярным становится домашний хлеб, домашняя выпечка, да, но и в связи с тем, что мы тут неожиданно все вынуждены сидеть долгое время дома, я знаю, что очень многие стали гораздо больше готовить, экспериментировать, использовать и искать какие-то новые рецепты, и домашний хлеб, он как никогда актуален в эти дни, ну и в другие дни просто приятно достать свежепахнущий ароматный хлеб и подать его к столу своим близким. Сегодня хочу с вами поделиться рецептом приготовления хлеба не в хлебопечке, как многие делают, да, традиционно. И, кстати, я знаю, что некоторые сознательно не покупают хлебопечку, потому что боятся есть, постоянно начать вкусный такой хлеб, да, и на нем поправиться. Ну так вот, если вы не купили хлебопечку, но при этом хотите испечь домашний хлеб, и чтобы он у вас гарантированно получился, чтобы он был вкусным, теплым и свежим, можно использовать мультиварку. У меня умная мультиварка REDMOND SkyCooker. Я в ней достаточно много готовлю, на моем канале много рецептов в этой мультиварке. И сегодня именно в ней мы приготовим хлеб. Для меня, для самой, был это достаточно неожиданный рецепт, потому что я как-то и не предполагала, что мультиварку можно использовать таким образом. Но у нас обязательно с вами все получится. Давайте начнем. Для приготовления нам потребуется набор таких достаточно традиционных продуктов. Это мука, растительное масло. Я вот взяла ароматное подсолнечное масло, но также можно использовать и оливковое. В зависимости от того, какое масло вы возьмете, у вас получится, ну, разный оттенок вкуса у хлеба. Да. Молоко, дрожжи и соль и сахар. Ну, в общем, очень простые продукты. Это, по сути, постный хлеб получится, потому что мы не используем яйца, а молоко, в принципе, при желании можно заменить и просто водой. Подробный перечень ингредиентов вы видите на экране. В емкость добавляем 1,5 чайные ложки дрожжей сухих и разводим ее 150 мл воды комнатной температуры. Разводим дрожжи и отставляем их в сторону, чтобы они постояли минут 5. В миску добавляем 100 мл молока, пол чайной ложки соли, столовую ложку с горкой сахара и 2 столовые ложки растительного масла. Полученную смесь перемешиваем, ну, просто чтобы сахар растворился. Далее выливаем сюда же дрожжи, которые у нас были разведены в воде и уже постояли немножко. Опять же, все перемешиваем и начинаем вводить муку. Муки 350 грамм, это примерно 2,5 стакана. Муку мы вводим, сначала мы ее помешиваем, потом начинаем месить. И добавляя муку, замешиваем такое мягкое, нежное, эластичное тесто. Я сначала замешиваю ложкой и по мере загустения потом начинаю месить руками. Вообще я не очень дружу с тестом, и поэтому обычно пеку хлеб в хлебопечке. Но, во-первых, в мультиварке он получился реально совсем другой, не такой, как в хлебопечке, тоже очень вкусный и интересный. Ну, тесто достаточно простое. Вот реально, даже если вы не дружите с тестом, не бойтесь проэкспериментировать. Главное, вот 3 стакан муки, ну, тут как бы 2 вы высыпали, да, и дальнейшую муку добавляйте вот по мере замеса. Вот сейчас я уже начну месить руками, потому что клейковина муки, она срабатывает вот буквально в первые минуты замеса, поэтому нужно вот здесь вот поймать этот момент добавления муки, и все у вас будет нормально. То есть тесто нужно месить до тех пор, пока оно не перестанет приставать к рукам. Вот поначалу оно, видите, достаточно мокрое. Вот, но постепенно сейчас вот клейковина начнет срабатывать, и тесто возьмет вот эту всю муку, и при хорошем замесе, ну, месить надо руками, не знаю, наверное, минут 5, оно перестанет прилипать. Вот видите, когда оно прям совсем вот так вот еще мокрое, это говорит о том, что муки надо еще чуть-чуть подсыпать, что мы и делаем. Вот, и еще раз повторюсь, не бойтесь, все получится. Вот, это тесто содержит растительное масло, а с растительным маслом тесто достаточно хорошо замешивается и перестает потом прилипать к рукам. Вот видите, уже практически перестает. Вот мы его месим. Сейчас теперь главное, во-первых, не переборщить муки. То есть тесто должно получиться все-таки достаточно нежное. Потому что если мы положим слишком много муки, оно получится такое резиновое. И потом хлеб наш не очень поднимется. Вот видите, уже какое хорошенькое по консистенции оно начинает получаться. Это говорит о том, что вот на этом этапе уже муки достаточно. Не нужно ее больше добавлять, нужно побольше помесить. Потому что, по сути, вот оно к рукам не липнет. Вот, продолжаю замешивать. Видите, оно уже какое получается. Вот уже точно ничего не прилипает. Кстати, некоторые пишут в комментариях, почему вы без перчаток. Вот не надо мне такое писать. Я считаю, что это извращение дома готовить в перчатках. Мне даже, кстати, интересно, кто-нибудь из вас готовит дома в перчатках? Мне кажется, что еда, она должна вот чувствоваться руками, да, принимать руки. Это все равно, что еду, вон там бургеры некоторые в перчатках едят. Так можно очень далеко зайти. И уже даже в любви использовать перчатки. За это, наверное, меня сейчас в комментариях вообще распнут. Красивое тесто у нас с вами получилось. Видите, оно мягкое, эластичное. Очень такое приятное на ощупь, сравнимое с кожицей младенца. Вот. Это дрожжевое, да, у нас с вами тесто. Вот. И теперь включаем нашу помощницу. Все дальнейшие процессы за нас будет выполнять мультиварка. У меня REDMOND SkyCooker, моя умная помощница. Значит, первым делом нам нужно смазать чашу мультиварки маслом. Для этого вот добавлю чуть-чуть масла. И руками, или можете кисточкой, кому как нравится, промазываю чашу. Главное тут не переборщить масло. Если вы нальете очень много, то потом хлеб как бы от масла внизу размокнет. То есть это должен быть тонкий слой. Вот действительно чуть-чуть смазать. И присыпать мукой. Опять же немножко. Вот таким образом. Вот что у нас получилось. Сейчас вам покажу. Вот такая у нас получилась чаша. Теперь помещаем в чашу наше тесто, вот наш колобочек, кладем его и чуть-чуть там приминаем, вот так вот распределяя его по дну. Закрываем крышку и включаем мультиварку на режим хлеб. Чем мне нравится REDMOND SkyCooker, тем, что она управляется еще и с телефона. Как включить с телефона, я привожу вам, как обычно, рядом. Режим хлеб в стандартном варианте. Длительность его 3 часа. Вот мы на все 3 часа и включаем. То есть выбрали режим, нажимаем старт. И 2 часа ничего больше не делаем. Через 2 часа нам нужно будет открыть крышку и перевернуть наш хлеб. Ну вот, смотрите, остался час до конца приготовления, до конца программы. Давайте теперь откроем мультиварку и посмотрим, что же у нас там испеклось. Вау, посмотрите, какой высокий хлебушек получается. Видите, как он поднялся? У него там видна и корочка. И вот теперь нам нужно его перевернуть. Вот я его аккуратненько подцепляю. Так. Ну, посмотрите, какая красота, какой он толстенький, да? И переворачиваем на другую сторону. Теперь закрываем мультиварку. И ждем еще час до окончания программы. Итак, 3 часа истекли. Открываем и смотрим же, что у нас там такое. О, такой пар прямо. Вот какой у нас получился. Смотрите, какой он высокий. Хлебушек. У него верхняя часть не такая горячая. Посмотрите, это прямо каравай. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Вот этот каравай ни в коем случае сейчас не надо резать. Теперь его надо накрыть полотенцем и подождать полчаса, а лучше час. Сейчас пройдет это время, и мы его разрежем, покажу вам, что внутри. Ну, а мультиварку, соответственно, нужно выключить. И еще такой момент, она когда печет, сверху лучше не дотрагиваться, она очень горячая становится. Ну все, ждем час. Прошел час, наш хлебушек остыл. Да-да-да-дам, да-дам. Открываем. Посмотрите, какая красивая, ароматная и аппетитная буханочка у нас получилась. Сейчас я ее взвешу. Посмотрим, сколько она весит. Так, ну, Вот, посмотрите, 645 грамм. Напоминаю, что у нас было 350 грамм муки с вами, 100 миллилитров молока и 150 миллилитров воды. Из этого мы получили хлеб 650 грамм. Но мне кажется, что это очень приличный результат. Теперь давайте его наконец-то уже разрежем и посмотрим, что же у нас там получилось внутри. Мягкий такой прямо, и корочка при этом, посмотрите, хрустящая, даже крошится. Угу. Вот, посмотрите, какой получился упругий, упругий, при этом пушистый и воздушный хлеб. Посмотрите, видите, как прямо тесто вот так вот расходится, крошечки есть. Ну что, теперь надо попробовать. Сейчас отрежу и попробую. Ну, попробую, конечно же, с корочки. Давайте попробую корочку. Корочка хрустящая, ароматная, такая вкусненькая. И хлеб прям, ой, пахнет просто. Ну, очень, очень вкусно. И для меня вот реально было удивлением, когда я первый раз испекла, что вот просто в кастрюле электрической, коей является мультиварка, умная мультиварка SkyCooker REDMOND, ну, по сути, это электрическая кастрюля. И вот как в ней можно испечь вот такой вот настоящий хлеб, это невероятно. Поэтому попробуйте обязательно. Обращаю ваше внимание, что мы не просеивали муку, мы не делали там никакой горки, в нее постепенно добавляя ингредиенты и всякие другие замороты, которые нам предлагают обычно в рецептах. И для людей, которые боятся как огня теста, это обычно очень страшно. Вы видели, что мы просто все смешали, положили, и мультиварка нам все испекла. Так что готовьте быстро, ешьте вкусно и подписывайтесь на мой канал. До встречи в новых выпусках. Ваша Таша Муляр. Пока-пока!